Dragi drodzy, kiedy wy, nawet my, mówimy o Krymu, my mówimy przede wszystkim o ludziach, o kulturze, o historii, o krasocie Krymu. No, tak, wszystko to jest. No, kromě tego, u Kryma bardzo wielkie strategiczne znaczenie dla, ну, скажем, власти на Чёрном море и даже на Кавказе. И когда о Крыме говорят НАТО или, скажем, США, они прежде всего говорят об этом значении Крыма, об стратегическом значении Крыма. Какого-то полгода тому назад один американский генерал сказал, и это было, я читал это в словацкой прессе даже, что тоже эти военные базы, которые Россия имеет на Крыму, эти базы должны иметь или были должны иметь мы. И в том видит он самую великую, ну, ущерб для США и западных интересов, что НАТО и США и Запад потеряли эти преимущества Крыму. И потому что Запад их потерял и, кажется, навсегда, потому даже Украина потеряла на ценности для Запада, я думаю, что даже потому теперь у Украины, ну, более великие трудности получить деньги из Запада, ну, просто потому Украина без Крыма, ее вес для Запада меньше. И, ну, крымчане, когда в референдуме решили и сказали, что они хотят приключить себя к России, сделали тоже великий шаг для безопасности России. Это должно знать. Андрей? Ну, уже только коротко, что касается Словакии. В Словакии такая парадоксальная проблема, трудность. Словакия не признала самостоятельности Косово. И теперь говорит, ну, когда мы не признали самостоятельности Косово, мы не можем признать Крым как, ну, как часть Российской Федерации, потому что потом Запад бы начал, ну, говорить нам, ну, потом вы должны тоже признать самостоятельность Косово. В этом проблема Словакии. Что касается технических и организационной работы друзей Крыма в разных странах, я думаю, что было бы очень хорошо, когда бы, ну, прежде всего, где-то в Крыму был один коммуникационный пункт, что когда кто-то из, ну, из нас и даже других граждане наших стран что-нибудь хотели знать или помочь или что-то в Крыму, чтобы знали, чтобы, да, я могу позвонить на этот телефонный номер или прислать эту электронную почту, и я получу ответ, какой возможно, такой получу, чтобы я знал, чтобы что-нибудь такое истнело, и это должно истнеть в Крыму. Все, спасибо. Спасибо большое.